Значок вроде не такой был. Ну ладно. Привет вас на канале AsmodayPlay. Мы начинаем Готику 3. Так, давайте настройки у меня. Ну это нормально. Все хорошо. Очень высокое управление. Разберемся потом. Вы действительно желаете начать новую игру с альтернативным балансом? Не знаю, что такое. Ну-ка, давай-ка начнем. Нет, ну-ка, давай. А, вот так, да. С альтернативным балансом. Кстати, первая Готика 3, когда выходила, там был багнутый кабан в начале игры. Непобедимый. И он тебя преследовал, куда бы ты ни пошел. И хреначил тебя. Даже то, что ты спишь, не помогало тебе от него спастись. Так, Готику первую мы играли, Готику вторую мы играли. Это Готика 3. Продакшн, ага. Ну давай, продакшн. Пиранха, Бутес Гаме. Готика 3. Кстати, Готику 2 мы играли. Мы играли, по-моему, без дополнительных. Да, без дополнительных. Ночь ворона мы играли. Просто ночь ворона. И там на корабле уплываешь. Да. А если в дополнение играть, то там еще и приплываешь, еще и сражаешься на той или иной стороне. Там, по-моему, на ферме Анара. Ну, а смотрите, в Готике первой только один, по-моему, орк говорить умел, мог. Который зелье дает. Потом во второй Готике там уже что-то шатковалка, а здесь они уже с людьми как бы в мире. Итак, надо основу игры этой пойти. В основном захреначиваешь. Ой, это я уж не помню, какой город был. Король. Нас хотят хренакнуть. Ох. Давайте. Уходите. Получится, не получится. Что вы хотите-то? Еще такой один барьер сделать. А, точно, небольшой барьер они сделают. Вспомнил. Первые Готики я барьер снял, во второй там не было, и вот такой небольшой барьер сейчас образовался, а они заставы выставили там. И мы начинаем с небольшого городка, по-моему, там сейчас как раз битва и начнется. Мы с битвы начинаем, если я не ошибаюсь. Так, орки уже все захватили людей. Освобождаем город. А нам его по-любому освобождать. Смотрите, как графика от первой Готики до третьей продвинулась, а сейчас еще лучше. Ah!
Так. Мне надо опыта побольше, чтобы прокачиваться. А тут, по-моему, за прокачку... Подожди, меня убили? Нет, меня не должны убить. Разучился, ничего страшного. Давай, 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 давай вот этого. Пока его гасят. Подождите-ка, давайте-ка настройки посмотрим. Так, настройки аудио, громкость музыки вообще уберем. Так, детализация, вот, управление, настроить вперед, влево, вправо, да, бежать, так, прыгнуть, альт. А, вот почему он у меня не прыгнул. Так, красться, понятно. Действие, действие. Так, отдалить камеру, приблизить камеру. Задание, карта. Есть такая быстрая загрузка. Вот так. Так, достать оружие. Есть. Взять прицел, оглянуться. Ном 2. Вид от первого лица. Вернуть камеру. Скрыть быструю панель. Взять все. А, ну это потом. Выпить лечебное зелье, выпить зелье маны, выпить зелье выносливости. Про атаку тут... То есть про блок-то ничего не сказано. Так, мы освободили это. Стоять. Так. Давайте я пока поподбираю. Что ты наделал? Орки могли бы оставить нас в покое. А теперь Ксардос нашлет их еще больше. Тебе надо идти в Реддок.
А какие у Ксардоса дела с орками? Ну, они же вообще никак не соприкасаемы. Или что, не было здесь последние недели? Ксардос стал предводителем орков. Он предал всех нас. Что ты еще знаешь о Ксардосе? Он разрушил рунную магию, этот негодяй. Без магии у паладинов и огненных магов не осталось никаких шансов выстоять против полчищ орков. Ой. Что в Редаке? Лагерь повстанцев. Он находится посреди леса. Там водятся волки. С волками я разберусь. Да, но эти твари чертовски агрессивны. Кроме того, в одиночку ты не найдешь лагерь. Я найду, я знаю, где он находится. Твой приятель Горн знает, где это. Тебе нужно с ним поговорить. Что я должен сказать повстанцам? Скажи их предводителю, чтобы он прислал нам воинов. Сами мы здесь не справимся. Да уж, ситуация просто аховая. Итак. Угу. Пока тут еще никто не начался, надо быстренько, как муха подберуха, все собрать по-быстрому. Куд, не сдавайся. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Конечно, тебе... Да ты-то мне нафиг не нужен. Лучше бы ты уладил это сам. Так. Я бы даже и внимания не обратил. Ты это серьезно? Взять. В конце концов, они тебя к этому вынудят. Какой-то амуниции это был прекрасно. Заканчивай с этим. Итак, давай. Камень телепортации. Опа. Плохо. А в некоторых их даже по два будет камня. Конечно. Почему нет? Мы снова влипли в хорошенькую историю. Что здесь произошло? Орки одержали совершенно очевидную победу над королем Рабаром. И теперь орки носятся по всей стране, порабощая людей. Но намного больше меня интересует, куда же подевался Лестер. Ну а ты что хотел услышать? Ну, сейчас отыграю еще, как достать соседа. Лучше бы ты уладил это сам. Так, поговорим потом. Конечно, тебе легко говорить. Послушал бы ты моего... Да, нет. Да, хватит. Так, а спонсор нашей сегодняшней игры — это Ром. Если он будет продолжать в том же духе... Какой Ром? Ну, не знаю, с пиратом. Блин, вещь такая. Понятно, почему потом они орут. Ее хо-хо, хрен да не разбавить. Такая мощная спиртяга. Я об этом подумаю. Так. Надо прислушиваться, кто о чем болтает. Так. Лучше бы ты уладил. Да, мне много чего понадобится. Я не хочу быть нищим. Поэтому большинство я продам. Некоторые вещи оставлю. Тут, кстати, тоже собирательство присуще. Но оно не такое, как в Ассасине. Какой там Ассасин-то был, пипец. Ультимейт. Вот там карта прям засрана просто там. Кто-то блюнул на карту собирательства. Кстати, город общищайте лучше с самого начала. Потому что потом вам такой возможности не представится. Сейчас вроде они как тебе благодарны, да, все. Нам потом еще туда идти. Там, кстати, охотник есть. Я потом про него расскажу еще отдельно, про этого охотника. Как вы можете денежку зарабатывать на нем. Да тихо ты. Взять все. Я попил, жизнь восстановил. Господи, это мне сколько локать-то надо? Огненные болты, огненные стрелы.
Только не спешите радоваться. Все будет еще зависеть от лука. Урон. Так что. Чашки, ложки, поварю. Кстати, поварюшки тоже нужно, если зелье вдруг варить можно будет здесь. Я уж точно не помню. Потому что самая лучшая игра, это, естественно, Готика 1. Скоро выйдет на нее ремастер. Так что Готику. Готика 2 потом. Ночь ворона. Потом еще какое-то дополнение. Потом такое дополнение, которое нахрен не надо, такое уебищное. Там какой-то песок какой-то там огненный. С какими-то дебильными миссиями. В общем, там чем дальше, тем хуже. Там. Неинтересно. Ага. Понятно. Ладно. Вот, блин. Давай. Опа. Так. Рожу-то мы вы тоже давно не видели, потому что сейчас без камеры пока там записываю. Еще лисенок этот. Краш. Кстати, у нас PlayStation 1 он выходил. Вот мы от него были без ума. Особенно гоночки потом будут у него. Он сейчас, я не знаю, то ли разрабатывался, то ли еще просто без каких-то дополнений, без кряка. Ну вот его-то я прям ожидаю. Если он будет продолжать в том же духе. Будет продолжать в том же духе тоже. Он стропила. Представляете, да, какая у них теплая погода, если у них вот весь дом, чтобы дождь не капал только на них, и все. Как тепло у них. Молоток. Так, это у нас, хрен пойми, что. Это у нас развороты. Ой, я не помню, в этот дом я заходил? Нет. Статуя, кстати, на ней прокачиваться, да. Тут можно играть за людей, за орков и за ассасинов. За ассасинов, кстати, как на мой взгляд, это самое сложное прохождение будет. Самое муторное. Ну, это вот для тех именно, для тех, как сказать, у кого... А, нет, не та, прошу прощения. Не та. Вот. Это блок. Все понятно. Сейчас посмотрим, что у нас там с оружием. Взять все. Давай, аналой, книга. Сначала кочевники бродили по стране под предводительством вечного странника. Ну, древние знания. Трешечка. Какая прелесть. Блин, надо видяху менять. Потом туда сходим. Тебе с мольбой тоже потом. Мне еще до хрена что продать надо. Тут все-таки деньги, за деньги тоже молиться надо. Нет. Навыка заточки еще нет. Вот алебарды. Есть мечи, есть алебарды, которые охренеть как. Посохи это, конечно, да, тоже. Вот, как и щит, и... Ну, алебарды, знаете, тоже не ухры-мухры. О, да, хватит. Люблю тебя. Плохо. Говнюка такого. Лучше бы ты не встревал. Будь осторожней с тем, что говоришь.
слушал бы ты моего совета. Ой, потом у кузнеца... Лучше сейчас берите все, потому что потом у кузнеца вы навряд ли что-то сможете взять. Это еще тот. Меч. Ой, там в аду черти варят. Лёг. Хрен ли ты лёг? У меня, кстати, мышка тут это... Как я вижу, колесико не работает у мышки. Так, еду-то я оставлю. Здесь я был. И если я не ошибаюсь, пока ты здесь, на тебя не нападают. Или нападают, но по одному тоже. Мы многим тебе обязаны. Я знаю, поэтому я вот сейчас вот и беру от вас много. Ничего нового. У вас, правда, деревушка хрен, да ни хрена, хуй, рабы одни. У меня такое чувство, что где-то он еще камень должен быть здесь, по-моему. С него два камня с этого города, нет? Я знаю, там, где нежить захвачено, там два камня. Это я точно помню. Я, кстати, так ради интереса тут давненько, где-то около годика назад проходил ее. Просто куролесил, просто без, как сказать... Старался без выполнения миссии просто завалить всех, и людей, и орков, всю карту перерезать. Мне не получилось. Все равно есть кто-то для неубиваемый. Без этого проблем мало. Ничего не могу поделать. Я не люблю орков. А что с Лестером? Ведь он хотел пойти за подкреплением. Мои руны потеряли свою силу. Думаю, что и у других магов огня дела не лучше. Я отправлюсь в дорогу и постараюсь изучить древнюю истинную магию. О чем ты говоришь? Во времена, когда еще не было рун, магией владели лишь немногие, очень могущественные люди. Это знание можно где-то найти. Я буду его искать. Ну-ка, я иду с тобой. Я иду с тобой. Он не возьмет. Мы должны вести поиски порознь. Найди Ксардоса. Если кто-нибудь что и знает о магии, так это он. Мы еще увидимся, я уверен. Удачи тебе. И тебе удачи. Хуже уже не будет. Так, ладно, с тобой мы разобрались. Потом поговорим. Диего со мной не хочет разговаривать. Старые добрые времена, да? Да. Орки были не такие уж сильные. Думаю, есть и помощнее. Что с Лестером? Кажется, он собирался идти за подкреплением. Береги себя. Ему это лучше знать. Удачи. Смотри. Я просто... Так. Мы многим тебе обязаны. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Где у меня тут? Легко говорить. О, неплохой меч у меня стоит, кстати. Только навык владения щитом мне нужно открыть. Подожди, а как мне это одеть? Проблемы решаются сами собой. А, вот, на интер. На интер, снять, на интер одеть. Свитки, зелье, ну и всякая чепуха. Без этого проблем мало. Цена золота. Всегда так было. Это опять лишь. Ладно, давайте. Оглядимся, будем собирать пока по мере возможности тут. Блять, хоть бы зрение какое-то дали. Кто собирается? Внизу волчара сидит. Нет? Тихо. А,
Блин, надо с управлением просто разобраться будет. Взять все. Кстати, она меня исцелит? Нет, я уж не помню, богиня-то. Хуже уже не будет. Так, у меня-то где ночевал-то я, блин? Я уж не помню, ночевка-то где у тебя? То ли тут, то ли там. Ну-ка давай к статуе. Иннас. Иннас. Даруй мне жизненную силу. Понятно, очков обучения, плюс еще и здоровье нахрен. Плюс еще и золото, ну вот видите. Говорю, бесплатно не будет. Это потом. И за тобой еще, да? Нету? Хреново. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Да. Там где-то разбойники. Ну-ка. Инна, свет. Так, ледяное копье. На девятку поставим. Так. Миссии, блин, тут выполнять тоже. Бегать за оленями — это самое вот хреновое тут. Вон. Надо лук мощный. Так. Это разбойники. Олени мясо. Давай, собирай. Взять все. Так, не будем подходить к ним. Не надо. Пока оглядеться. А, сохранить игру. Ну вот. Сохранил. Ни хрена, сейчас меня где-нибудь здесь завалят. Вот там один из примеров. Вот где я нахожусь, стрелка, если сюда перепадете, как раз попадете ассасином нахрен. Только, ну там сложновато, конечно, тут там нет ни падальщики, ни хрена. Мне надо вон к тем домикам, по идее, спускаться. Джек. Ну, мой мальчик, на пути к большим приключениям. Хорошая у тебя башня. Да, для такого старого морского волка, как я, самое оно. Но места здесь опасные, скажу я тебе. Эти гады просочились повсюду. Они не дают старому моряку ни минуты покоя. Ты видел орков? Да что ты? Надеюсь, у них есть занятия получше, чем пугать старика. О каких гадах ты говоришь? Они шатаются по всему побережью. Пройди немного вдоль берега на северо-восток. Они разбили там свой лагерь и теперь дожидаются, чтобы перерезать мне глотку. Это вот тех, я которых сплю. Мы видели. Я позабочусь о твоих гадах. О,
Ох, мой мальчик, я даже не знаю, как тебя за это отблагодарить. Придумай что-нибудь. Береги себя, слышишь? Они очень опасны. Знаю. Покажи мне свой товар. Так, ладно. Пока так. Так, сохранить. Так, ладно, давай посмотрим, что у тебя тут. Взять все. Взять все. Так, тут, по-моему, он тебя еще обвинить может. Если не ошибаюсь. Ладно, давай. Сохраним. Опа. Быстрая сохранялка. Так. Да ладно, мне вас не завалить. Все равно сейчас. Бегайте свободно и спокойно. Так, а вот что у меня? Что у меня? Так. Сила, ловкость, древние знания, позиция на следующий опыт. Тут же где-то еще что-то должно быть. А, вот оно. Помню, блин, тут прокачивать надо все это, господи. Так, это что у меня? Это у меня Б. Б магия. Понятно. Кстати, а я забыл, а что ну-ка у тебя там? А, на потом. С тобой разберемся. И с своими бандитами чуть попозже. Давай. Кстати, у меня что-то есть, да? А, уровень 11, обучение 10. Прекрасно. Так, надо свалить отсюда пока. Нифига ты меня туркнул-то. Альтернативный, по-моему, в начале игры, это, если не ошибаюсь, они будут уровень так же, как и у меня, расти, нет? Стрелу-то можешь и обратно взять. Мир прекрасен. Все возможно. А ты хотел услышать? Всегда так было. Давай, сюда уходи. Знаю.
Так, сейчас волки должны здесь где-то их стая бегать. Патрулируют. Уж чего-чего, это я знаю. Потому что все в основном в начало как ни крутись, но все равно сюда прибегать потом будешь. Беги! Убежал. Убежал. Блин, целую стаю нахуй. Так, ладно, давайте посмотрим, что это за два чувака. Сказать тебе об этом раньше. Плохие новости. Лестер. Нет подкрепления. Это я заметил. Что случилось? Попробуй, поищи корабль. Ты его не найдешь. Что? Пираты. Все произошло в одно мгновение ока. Опять пираты. А что с нашим снаряжением? А ты как думаешь? Придется искать новое. Поговори с Диего. Он умеет доставать разные вещи. Что ты теперь будешь делать? Буду пробиваться на юг. Но мы ведь еще увидимся, правда? Я думаю, да. Давай, обкуришь. Кстати, всему обучиться здесь вы не сможете. Смотрите. А некоторые, потому что могут только орки выучить. Но это надо, блин, доверие к ним охренительное. Некоторые могут выучить, только ассасины могут обучить вас. Вот это, по-моему, только ассасины, виртуозные кражи, там все вот это. Вот эти отравленные клинки. Там тоже доверие дохера и больше. Вот это я, кстати, не помню даже, кто может выучить. И где, и что для этого надо сделать. Сперва передохну. У тебя ведь есть дела поважнее. У меня-то есть. Оставь меня в покое. Убери оружие. Да, понимаете, я просто запрыгнуть хочу. Взять все. В этой хибарке что-нибудь есть? Взять все. А, искусство риторики здесь нет. Ну-ка. Да. Взлом сложных замков. Так, умение торговаться. Мастерство оговорки, если герой подвергает. А, вот преступление, он может попробовать выкупиться. Выкрутиться в беседе. О, да. Оглушить одним ударом. Ты шастаешь здесь, словно вор. Ну, вскоре я буду, так что не расстраивайся. Так, магический корень это мы заберем. Ой, это пока первое только собирательство, потом, надеюсь, уже не буду собирать. Конечно, почему? Да, знаю, я знаю. Что случилось, пираты? Эти проклятые ублюдки смылись с нашим сокровищем. Судя по всему, так оно и есть. Боюсь, что нам придется заняться этим позже. У нас вообще-то проблема. Какая проблема? Поговори с деревенским старостой.
Я поговорил с деревенским старостой. Что ты предлагаешь? Сперва нам нужно узнать, что же натворили орки. А один из нас должен найти, где прячется Ксардос. Заклинатель демонов принял в себя власть Белиара, и он повелитель орков. Ой, да не будет так очень это хорошо, если ты позаботишься о Ксардосе. И где мы теперь возьмем новое снаряжение? Ты же знаешь, как обстоит дело. Собери все, что найдешь, и никому не позволяй отбирать у тебя это. И так как орки теперь правят Миртаной, мы получим у них хорошее снаряжение. Что ты будешь теперь делать? Ты меня знаешь. Я буду там, где есть что взять. Миртана теперь принадлежит оркам, а подлизываться к ним не для меня. Я пойду на юг. Готов поспорить, что на просторах пустыни есть чем заняться. Ты можешь пойти с Горном. Дай нам спокойно поговорить. Удачи. Так, а я пока... Так, надо только сохраниться. Ладно. Будем разбираться совсем по порядку. Да нет же. Сначала мы... Блин, стрелы-то надо побольше. Кстати, может быть, у тебя стрелы могут быть. Так, полночь это тоже бежать никуда особо не стоит. Не из-за того, что там кто-то новый появится. Нет, никто не появится. Из-за того, что не видно ни хрена. Ну-ка, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Видите, просто олени. А нам просто не надо. Покажи мне свои товары. Я у тебя вот этот, ну пока возьму, хрен на тебя, 17 тысяч, ни хрена ты. Так, это что, шнапс? Это что, карта? Ну посмотрим. Баланс, сделка, закрыть. Да. А битва-то предстоит хорошая. А нет, смотрите, как труп не исчез. Теперь ты. Да. Кровью захлебнешься. Стой. Да сейчас. Так. Подожди. Так. Давай за следующими. Это пока еще легенькие. Ты как ежик уже. Да тихо ты. Опа. Прекрасно, только у меня это... Смысл-то от этого. Где-то тут твой щит должен быть, подожди. А ты, падла, щит дел. Ладно, хрен на вас.
Так, я надеюсь, хоть и этих побил. Или там внизу еще же кто-то были. А, там монстр. Больше тебя никто не побеспокоит. Ах, я знал, что ты мне поможешь, мой мальчик. Мне и дать-то тебе почти нечего. Но возьми в благодарность вот это. Что повышает? Держи ухо востро. Так, золото. Покажи мне свой... Кирку. Кирку взять мне? У меня кирка нужна будет, мало ли. Ладно, пока взял. Так. Вот так. С нее ничего не взять? Нет, ничего не могу взять. Не обучен. А где костер? Слишком тяжело. Твою мать. Тихо. Стой. Твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, вот их с алебарды хорошо гасить иногда. Ну никак не с мечом. А вот не хрен спать. А тут разборки идут. Так, надеюсь, ты один. Сейчас давайте попробую. Сохраню. Куры пока не умею сдирать, ладно. Где-то прям слышу говор какой-то, кто-то говорит. Еще одна из этих тварей. Кого-то бьют, убивают. Тихо. Дикий вепр. И вот и... Блин, он меня сейчас загасит. Его вот так вот хорошо долбить. Снизу вверх. Это вот я помню, да. Что по этим свиньям хрень попадешь, так вот алебарда единственное, что вот. Говорю, вещь. Добрая. На, тихо, слабый-то он слабый. Так. Тихо. Вот так. Ай-яй-яй.
Давай. Как мне повезло, что, блин, все так совпало. Взять все. Так. Охраняют, а блин, у них нету ни хрена. Охраннички. Минутку. Кстати, спонсор программы капитан Морган. Блин, ядреная вещь. Написано даже, что разбавлять надо. Ну, если ты не разбавляешь, ты действительно ты охереешь. Они еще понятно, почему они кричат йо-хо-хо там, да. Ой. Быстрее беги. Возможно, все. Все, пойдем спать. Хватит, и так все плохо. Ты действительно думаешь? Так, звук на два. Спать до следующего утра. Вот так. Фу. Охренеть, чуть не сожрали, падлы. Итак, где-то тут я лучше знать. Видел падальщика. Вот сейчас на нем отыграемся. На. Так. Так, один волк есть. Блин, я слышу, там еще где-то есть. Так. Они кочуют? Только кочуют по одному маршруту или нет? Вот, вот что. Интересно-то. Вон туда, к тем обеликсам надо пробраться. Хочу с охотником познакомить вас. Так, так, так. На. На. Твою мать. А у меня противоядия нету.
Ладно. Пойди, не сдохну до конца того. Кстати, почему у меня эти стрелы-то ни хрена? Сейчас у меня какие идут? Вот эти, а это что у меня? Урон от клинка. А, это болт. А нахрен я его тогда поставил? Так. Давай, 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 беги. Так. Давай, 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 давай. Вот так. Вот он, охотник. У него лук. Стоит 10 тысяч. Чего тебе? Хочу тебя предупредить. Убить вы его не можете. На востоке от Венгарда сидят орки. Целая куча орков. И что? Они сейчас не на отдыхе, понимаешь? Они только и ждут момента, чтобы подраться. Если они тебя увидят, тебе конец. Что ты тут делаешь? Я охотник. Перебиваюсь тем, что найду на побережье. Ты живешь тут совсем один? Почему бы и нет? У меня нет никакого желания стать рабом орков. Бандиты тоже не дураки. Они нападают на все, что к ним приближается. Ну а куда тебе в любом случае не стоит идти? Так это в столицу Венгард, на севере. Старик, там расположилась целая армия. На твоем месте я бы не подходил слишком близко. Понятно. Так. Можно как-нибудь их обойти? Можешь забыть про переход за Венгардом. Там еще больше орков. Можешь попробовать пройти через Фаринг. Просто держись от орков как можно дальше. Так, покажи мне свой товар. А, ты можешь, ты можешь научить меня охоте? Конечно, но не даром. В наше время каждый заботится только о себе. Принеси мне с востока мясо пугливых оленей. И я покажу тебе несколько уловок. Это будет честно, как ты считаешь? Честно. Я раздобуду для тебя мясо пугливых оленей. Ладно, но будь осторожен. Если орки заметят тебя возле Венгарда, значит, ты слишком далеко удрал. Понял? Понял. Покажи мне свой... Покажи мне свой товар, вот что мне надо. Так, это что у меня? Тоже сойдет. Может, так, рецепт нужно и... Так, берем, может, где-то острые стрелы. Конечно, нужно. А тебе что бы продать-то? О. Так, нужен навык. Вот, в общем-то, они два одинаковых щита. Так, самый сломанный, его сломанный продам еще. Сделка, закрыть. А теперь давайте попробую его загасить. Чтобы взять его лук. Убей! Да. Чего ты нож то в ножны то положил? Так, берем все, вот все, мы взяли у него лук. Вот этот лук стоит 10 тысяч, не беспокойтесь. Вы сохранитесь, потом заново сделайте и... У него этот лук еще раз будет.
Итак, вот он. Подождите, а где лук-то 10 тысяч стоит? Лук странника 3, а он стоил 10 тысяч. Как все поменялось. Проклятие. Больно-то как. Ну, тем не менее, смотрите, 3 с лишним стоит. Ладно. Охренеть. Что-то я подлоханулся где-то. Пока. Видите, ничего страшного не произошло. Ой. А сейчас... Ну-ка, давай. Блин, блинский. Тихо-тихо. Еще один остался. Попугай, давай. Так. Пугливая лень, раз. Так, давайте посмотрим, выманим их. Они в двух частях, либо здесь, либо на маяке. Кто там был, змея? Так. А вот сколько мяса-то ему надо? Блин, чтобы яду противостоять, надо быть ассасином, да, по-моему, там с ассасинами как-то так. Так. И вот он меня об орках предупреждал, вон у них застава стоит. Если я туда подойду, они на меня нападут. А у них там шаманы еще. Вон они. Так. Взять все. Взять все. Блин. Ты у меня кровью умоешься. Охренеть. Остановись здесь. Еще одна тварюга. Ай-яй-яй-яй, бежи, беги, беги, беги. Ну, ладно.
Один волк. Взять все. Уй. Так. Твою мать! Гребаный шершень. На. Вот как так-то? Так, давайте хреначить его там. Тихо, у меня урка хреначит. Так, тихо, я сказал, ждите. Блин, ну где-то рядышком. Я как великий охотник. Наконец-то нахрен. Взять все. Побежал кто-то за мной. Так, дикие олени. Со змеи мы ничего взять не можем. Пугливые олени, дикие, пугливые. Обознался. Блин.
Да так как... На! Нет. Осторожнее, не разбей тут ничего. Давай, 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 где пугли валей. Куда ускакал? Трупы остаются, смотрите-ка. До этого трупов не оставалось. Давай, 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 где ты? Блин. На. Блин, близко. Блин. Так. Взять, конечно, все. Где ты? Олень, олень. Так, ладно. Пугливого оленя здесь нет, но он где-то рядышком. Это я точно знаю. Идем по обширной местности. Вот
Еще курица бы меня не заклевала. Давай. Это только возле первого города я топкусь. Чтоб открыть навыки некоторые. Не помню, только кто-нибудь попадется, мне здесь нет. Не забывай уроки. Что у тебя там в дневнике написано, давай. Слабый бандит, сильный бандит. Надо потихонечку выманивать. Если я сейчас нападу, они сразу толпой. На какого хрена ты имеешь что вложил? Блин, не то. Сейчас амуницию посмотреть, что у меня с амуницией. Защита от холода, давай. А у меня тут шапок нет никаких? Нет пока. Или не должно быть никаких шапок. Ладно. Стоять! Ой. Давай, давай, ты-то иди. Ни хрена себе, что ты вложил-то, можно? Так. Да подожди ты. Беги! Давай. Вот так вот. Не такой уж ты и сильный, фух, оказался. Чуть не помер нахрен. Ладно. Смотрим, кто там остался у нас. Бандит и бандит. Мы еще встретимся. Мы еще встретимся. А-а-а.
Тихо. Вот так. Где ты, твой товарищ? Махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Льет и бросает, и смотрит в окно, как будто задумался мною одно. А, не та кнопка, блин. Управление-то тут немного другое вообще. Да. Вот так. Чтоб не мешало мне охоте. Давай, олень, где ты? Возьми меня, олень, своему хотению. Так, надо в низину. Ну давай. Вот так. Охренеть, блин. Кабаны меня таранят. Так. Оленей вообще никаких пока не видно. Понятненько. Ну-ка, это что у меня вообще за кнопка-то? Управление. Настроиться. Действие 1, действие 2. Какое действие? Что оно делает? Может, тебе хватит этого? Блин, там нас хватит. Да. Ищем оленя. Ищем. Слишком тяжело. Слишком тяжело. Скоро всех рабов потеряем. На.
Вот так. Ладно. Ну-ка, давай поменяем тебя. Что у нас здесь? Шныга, по-моему. Бежим. Нет, не с этим оружием и не с нашими навыками к шныгам соваться. Охренеть, порвут. Взять все. Взять все. Как благородно с вашей стороны, что вы мне не атаковали там сзади. Ой, охренеть, я еще и попал мне, представляете? Так, ладно. Пугливые олени. Так. Кстати, если я одного такого приведу, пойдем. Остановись здесь. Да сейчас, ага, ну остановился, дальше-то что? Наконец-то. Пойдем. Пойдем. Да пойдем, у тебя арбалета нету, я знаю. Валите его. Тихо. На. Как дела? А ты как думал?
А почему я попасть-то не могу? Встаньте на одну линию. Вот так. Охренеть. Как долго с вами возиться? Все, пойдем. Блин. Да где еще эти олени-то нахрен? Блин, тушки остаются. Дальше делай, потом все покажешь вместе. Давай, у тебя время осталось чем немного. Три остановилось, пять прошло мимо. Все правильно. Так. Ищем. Давай, давай, где-то здесь он должен быть. Ой, опять кто-то курит. Покажи мне свой товар. Что у тебя есть? Ни хрена у тебя нет. Так. Блин, нам кто не обязательно, но блин, мне то он обязательный. Я хочу его выучить уже. Какие факторы должны сыграть, чтобы я нашел этого оленя? Какой триггер должен быть? Что-то тут не встречал пугливых оленей. Давай. Где ты? Олень. Так, кстати, вот есть миссия, чтобы этих кабанов убить. Можем это сейчас сделать. Злой дикий кабан.
Блин. Тихо, тихо, тихо. Охренеть. Так. На. На. Опа. Миссия выполнена. Правда, мы ее потом возьмем, но тем не менее. Так, еще орочий патруль тут есть. Миссия. Так. Вот он, орочий патруль. Можно за него сыграть, помочь ему. Но мы за людей сделаем. Пойдем легким путем. Иди отсюда. Связка с оружием. Она потом нам пригодится, кстати. Бежим, бежим. Минутку. Давай остальное делай. И одевайся, и пойдем. Делай, делай, все делай. Математику делай полностью. Так. Если пугливый олень ушел. Надо еще раз посмотреть здесь. Блин. Местность, да. Давай, беги, ищи оленя. Утром пришел, лень, прием, да? А, нет. Глянь в окно, пока не лень. Ты просил себе оленя, так вот тут тебе олень. Тех оленей ты не ври, нет ни в Туле, ни Твери. Так а вот в Твери, в самом Богдане их от силы штуки три. Ну даешь, шедрёна вошь, и олень тебе не гош. А вчера мотарил душу, вынь оленя да положь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там нынче у власти, тот-то парень будет рад. Да, это сказка о Федоте Стрельце. Ну давай, давай, давай. Посмотрите, целый день бегу. Охренеть.
На. Чё, нет? У меня тут где-то еще кто-то есть. Так. Ну, там посмотрим сейчас, что у тебя еще есть. Блин. Еще где-то олень. Шмыга. Ну как, кстати, я смогу шмыгу-то убить? А так ни хрена их. Я сейчас копьем приду. Ой. Ну-ка давай. Что я с вас могу получить? Ни хрена. А вы меня хреначили, он как? Кто еще там? Смотрим, что вы там делали. Собираем, собираем. Нет, ничего. А то, блин, про этого рокера эти камушки не разбиваешь, какие-то сатанисты их делают. Давай. Итак, у нас последний олень остался, надо его найти и убить. Утренняя роса, жабий гриб, господи. Слишком тяжело. Так, ну-ка. Ага, все одно и то же. Пойдем, пойдем. Будь здорова. Да я тебя размажу. Да я и не сомневаюсь. Остановись здесь. О, наконец-то. Кстати, в голову-то больше, да, урона? Тихо. Ну-ка, пойдем к охотнику. Ну,
Вот так. А ты-то думал? Тихо. Ни хрена, вы что, вдвоем что ли? Беги. Ищем оленя. Живы будем, не помрем. Так, мы его здесь видели. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Понятненько. Так, ладно. Блин, эту миссию сделаю, да поди это. Сворачиваться надо будет. Заканчивай с этим. Ты действительно думаешь? Так, а сколько у меня там? Меня на древние знания нифига не пробивает. Даруй мне свое благословение. Я еще не готов к этому. Понятно. Ну-ка, кстати, а Диего-то меня сила хотя бы сможет наделить? Или тут сила будет пропорционировать? Нет, сила должна как-то раскачиваться. Дай нам спокойно поговорить. Удачи. Некоторые проблемы. Все, тогда я спать. Сейчас высплюсь. Да как, задамся. Пишем, не сидим. Меня напрягает, что трупы не исчезают. Так, раньше только в двух местах олени эти дикие, там, пугливые водились. Это там, где они были первый раз, и вот здесь. Сейчас, видите, спереди ворот появилось. Ой-ой-ой. О, на берег переплывайте вон туда, там. Сразу. Ассасинов. Что? Говори. И прям, как я написала там, вот сначала пример, отмер, может, нет, зачем? Нет, 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 не так. Сначала пример первый, потом пример второй, потом ответ, понятно? Так. А потом. Так. Ай-яй-яй-яй. Какая у меня нарезка-то получится, нахрен. Лучше бы ты не встревал. И нас. Даруй мне выносливость. Так.
Выходим отсюда на всякий случай. Нет. Стрелу-то мы наготове держим. Ищем последнюю дичь. Давай. Послушал бы ты моего совета. Надо прислушиваться, кто о чем болтает. Если он будет продолжать, то он... Да что ты будешь делать? Падайся. Давай. Ой-ой-ой. Тихо. Хорошо, подожди. Блин, ты как ешь уже на шпигован, еще тебе мало. Ты действительно думаешь? У меня нет, я тебя прикончу. Я тебе покажу. Вот так. Я тебя сделал. Взять все с тебя. Господи, ни хрена, кто тут летает, что за баг? А все из-за оленя, которого я тут ищу. В этих краях нахрен. Давай. Ни хрена вы там сыпите. Мимо, блин.
Все, отряд уничтожен. Еще одну миссию заранее сделал. Давай. Ну-ка давай. Так. Блин. Еще одна из этих тварей. Больше ничего нет. Там ничего нет. Вот, ну надо правильно сохраниться заново потом. Там еще волки. Заяц. Волк. Взять все. Да где вы? Давай, последняя ледь. Написала? Давай. Ну-ка, если вот так вот сделать. Должно сработать. Подожди. Так мне скажи. Прям все, что тебе еще там надо делать, помимо математики? Нет, помимо математики еще что? Ладно, когда придем вот из гостей, убери оружие. Так, тихо, все, я записываю. Я оленя ищу. У меня олень ушел куда-то. Это да нет же, да нет же. Ah! Ah!
Так, тихо. Тихо, я говорю там. О, блин. На. Так, ну-ка, тихо. Все, давайте идите, пока Лили и оба не получили. Так, куда этот олень мог деться-то, ваха? Так, ладно. Тихо, не разбейся, нахрен, прыгаешь так. Давай-ка вниз еще раз бегаем, посмотрим, может, ты внизу где-то. Гляди. Чё глядеть-то? Где олень? А, вон туда переплывать мы не будем. Так. Нет, надо с алебардой, надо выучиться на алебарду и с алебардой уже приходить сюда. Потому что стаи гасятся именно так. Ой, хоть бы на карте бы, блин, показывался, отмечался бы, где этот олень. Одевайся. Одевайся. Давай. Кровью умоешься. Тихо.
Беги! Остановись здесь! Да хрен там, вы чё, задурели что ли? Сейчас меня уже ничего не остановит. Конечно, именно так. Я за этим оленем охотился хреново кучу времени. Ух, ушел. Да. Так. Тихо. Моей выносливости хана настала, да? Подожди. Так. Господи, ни хрена себе мне. Да. Беги. Я убил пугливых оленей. Хорошая работа. А что насчет мяса? Вот тебе 5 кусков сырого мяса. Отлично. Благодарю тебя. Кажется, ты хотел у меня чему-нибудь научиться. Чему? Расскажи. Так. Ты к этому еще не готов. А чё, мне ловко стало? Так, хорошо. Так держать. Ну что ж, ладно, думаю, на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.